Речь идет о трех специализациях. Первая из них – контент-мейкер, ну, то есть тот самый человек, который создает контент любого вида и формата. Вторая специализация – это продюсер, то есть тот человек, который координирует весь процесс создания контента. Ну и, наконец, медиа-менеджер, человек, который занимается, собственно, управлением проектной деятельности, управлением командой. Он знает возможности связи с юридическими, правовыми вопросами, ну и так далее. Наши студенты, мне кажется, имеют очень большое преимущество. Это преимущество называется онлайн-формат образовательной нашей программы. Все на программе, начиная от поступления на нее и кончая дипломом, все происходит в онлайн-формате. Мы записываем предварительно весь теоретический материал, и студенты могут изучать его асинхронно в любое удобное для них время. Все практические занятия проходят синхронно, но с использованием образовательной платформы. Кроме того, поскольку у нас прикладная такая специальность, наши студенты проходят 3 производственные практики, обучаясь 2 года в магистратуре. Наконец, я должна сказать, что и у онлайн-формата тоже имеются очень большие плюсы. Первый из них – можно совмещать достаточно свободно образование, учебу и работу. А может быть, даже и место жительства. Вот эти 3 точки, где ты работаешь, учишься и живешь, они могут находиться совершенно в разных географических пространствах. Кроме того, онлайн-формат позволяет получить, не выходя, что называется, из дома, получить очное образование, потому что онлайн-образование – это, конечно, не дистанционное образование, это особая форма образовательной деятельности. Ну и, наконец, я должна сказать о том, для кого эта программа предназначена. Мы ориентировались, создавая эту программу, во-первых, на студентов, которые получили уже, например, бакалаврское образование или образование специалиста в областях, близких к профилю программы. Это такие специальности, как издательское дело, журналистика, филология, менеджмент, маркетинг. Это специальности, связанные с социологией. Вторая группа людей, на которых ориентирована наша программа, это те, кто уже работает в этой области, но хотели бы подняться на следующую ступень, более высокую ступень своего карьерного роста, хотели бы нарастить какие-то свои компетенции. И, наконец, еще одна группа, на которую мы ориентировались, это те люди, которые вообще никогда не имели никакого дела с данной областью, но очень хотели бы заниматься контентом, медиапроектами и войти вот в этот особый, мне кажется, вечно востребованный мир информации, текстов и контента.